Ну вот брат Сергей тоже сейчас пробует. Я ему показал, как примерно надо. Поэтому можно сказать, целина похвашен. Не совсем, конечно, целина. В том году-то мы садились здесь. Просто тут заросший участок был. Вот сейчас сверху мы ее немножко вскроем. Второй раз. И только на третий раз уже на углубление пойдем тогда. Чтобы мотоблоку было хорошо идти. Чтобы не насиловать его. Вот так вот. Сегодня Господь дает прекрасное утро. Солнце светит. Опять жаркий день, видимо, будет. Брат, он тебя опять бежит. Он тебя бежит, бежит опять. Я говорю, он тебя опять бежит. Надо вот так, чтобы зарослялся. Да, вот так. Эту траву убери, останови его. Это нужен опыт, конечно. Постепенно появится у него. Ну все, слава Богу за все. Аллилуйя.